Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Предыдущий дизайн вы у меня на канале видели, поэтому сегодня я для вас снимаю, как он относился. Но в принципе это бессмысленное занятие, потому что в принципе все дизайны носятся хорошо. Чоп им плохо носится, если там жесткий моделирующий гель и все дизайны нарисованы на него. Поэтому у меня носится все. У меня носятся и втирки, и блестки, и присыпухи, и литье, и что бы то ни было, носится все и отлично. А сегодняшний наш дизайн будет состоять из крупных довольно-таки цветов. Потому что клиентка, когда села на коррекцию, она меня попросила: «Даш, хочу крупные цветы, так, чтобы они были прям вот практически на весь ноготочек». Ну, собственно говоря, мы ей именно такие цветочки и сделали. Причем цветочки получились в очень интересной технике. Безумно красивые, такие орхидеи в желе. Поэтому вы сейчас все-все увидите. Вернее, сори, не орхидеи у нас сегодня будут, а такие себе хризантемы. Чё-то я про орхидеи вспомнила из прошлого урока, но тем не менее у нас сегодня будут желейные хризантемки. А для того, чтобы подсветить изнутри наш дизайн, я решила прицепить немножечко хлопьев юки. Опять же, такие же хлопушки я себе напихивала в ногти, мне они очень понравились, они безумно красиво смотрятся, и я решила на клиентке их повторить. А теперь переходим непосредственно к рисованию наших цветов. Цветы у нас самые-самые элементарные, самые-самые простые московые цветочки. За счет чего мы их усложнили? За счет переслоения через слои материала. Причем материал в данном случае мы использовали цветной. Именно вот этот вот цветной витражный материал и дал нам вот это вот ощущение желе на ноготочках. В общем, девочки, берем московую кисточку, берем гель довольно-таки плотной пигментации и рисуем мазочками первый ярус нашего цветка. Обратите внимание, как работает кисточка. Девочки, которые закончили у меня жесткого, вы здесь не увидите совершенно никаких проблем. Эти движения все для вас понятны. Ну а кто не закончил, смотрите внимательно, как работает кисть. Здесь никакого секрета нет. Если вы сядете, если вы поработаете, если вы отработаете вот эти вот движения, то у вас замечательно все получится. Если же у вас самостоятельно это не получается, то приходите ко мне на курс жесткого, именно там мы ставим руку на мазки. В общем, набросали первый ярус нашего цветочка и затеняем нашему цветочку центр. Всегда в центре цветка у нас создается тень. Именно туда собираются все наши лепесточки, и именно там самое глубокое место у любого цветочка. Поэтому мы туда прокладываем в качестве тени тот самый оттенок, которым мы покрывали все остальные ноготочки. То есть, смотрите, мы перекрещиваем наш дизайн, мы стараемся в дизайне, в росписи использовать те же самые оттенки, которые мы использовали на покрытии, хотя бы бликами, хотя бы какими-то нюансами, но это мы вносим именно в дизайн, для того, чтобы соединить цвет нашего покрытия вместе с нашим дизайном. Ну и, как я уже говорила, именно вот это вот желейное ощущение у нас получается из-за того, что мы использовали прозрачный цветной материал, то есть витражик, да? Эти витражики я заказала на Алиэкспрессе, ссылочку на них я вам оставлю обязательно в описании, поэтому там можно посмотреть и заказать. Витражи мне безумно понравились, очень приятные по консистенции, очень приятные в нанесении, но они очень прозрачные, то есть если ими перекрывать просто какие-то блесточки, то толку от этого не будет, а вот для вот таких вот дизайнов, для наслоения тона на тон, для наслоения именно вот оттенка в оттенок, они получаются просто восхитительные. Пока я вам рассказывала, какой классный у меня витраж, я тем временем нарисовала уже второй уровень моего цветочка.
те же самые мазочки, тем же самым материалом, той же самой белой красочкой, точно так же теню серединку, потому что следующий уровень лепестков у меня ляжет еще ближе к центру, и мне нужно, чтобы он был максимально выделен. Поэтому я затеняю центр своего яруса, и когда я буду наслаивать следующий уже уровень цветочка, он ляжет на более темный оттенок и будет смотреться еще ярче и еще более проработанным. А вот и третий уровень. Смотрите, девочки, я опять же перекрыла предыдущие два слоя своим витражом. Наслаивая слой на слой, он получился очень красивый, очень глубокий, очень интересный. При этом у меня получается первый уровень перекрывается уже двумя слоями более плотными витража. Второй ярус у меня перекрыт всего одним слоем. А этот ярус я уже ничем перекрывать не буду, потому что он у меня будет верхний. Ну, вернее, как ничем, витражом я перекрывать не буду, буду перекрывать прозрачным топом. А вот и тот топ, которым я перекрываю свои ноготочки. Опять же, перекрываю я их уже полностью все. Дальше у меня полная просушка финишного покрытия 2 минутки, потому что финиш лучше пересушить, чем недосушить. Если вы его пересушите, он однозначно у вас будет блестеть. А вот если недосушите, там уже есть варианты. То есть бывает такое, что недосушенный финиш, когда начинаешь его протирать чем-нибудь там, масло, когда наносишь клиентке, когда начинаешь протирать ноготочки, финиш перестает блестеть. В основном это именно из-за недосушенного финиша. Хотя есть такие финиши, которые сами по себе отвратительно блестят. Им не помогает ни пересушивание, ни что угодно. Они просто вот такие по качеству. Ну и как вы понимаете, вовремя остановиться и шулунова – это две несовместимые вещи. Потому что можно было оставить уже вот именно в том виде, в котором оно было. Но я же помню, клиентка у меня хотела цветочек практически на весь ноготь. А у меня еще, смотрите, сколько ногтя недорисованного осталось. Поэтому мы туда дорисовываем чего-нибудь. Но не цветочек, потому что цветочек у нас центральный, он уже довольно крупный, он уже довольно проработанный, очень красивый. И мы дополняем все вот это вот пространство какими-нибудь веточками. Опять же, эти веточки я еще дополнительно наслаиваю непосредственно на сам цветочек, и тем самым я подчеркиваю еще дополнительно его глубину. То есть у меня прорабатывается еще верхний слой прозрачного топа. То есть мои веточки прям видно, как, насколько высоко они лежат от моего цветочка. Сюда можно было нарисовать веточки, сюда можно было нарисовать какие-то абстрактные полосочки, сюда можно было нарисовать какие-нибудь беленькие листики, какие-нибудь кружева, то есть очень много вариантов, чего бы можно было сюда нарисовать. Но я решила сделать вот какие-то такие вензельные ветки, не ветки, листья, не листья, в общем, какие-то такие штуки мне в голову взбрели, причем взбрели они сами по себе, ну и, собственно говоря, я их сюда и нарисовала. Но, когда я их сюда нарисовала, я почему-то решила еще добавить точечек, а потом я решила еще добавить точечек в центр. В общем, как всегда, не смогла вовремя остановиться. Но, тем не менее, дизайн получился волшебный.
очень-очень нежный, очень-очень свежий. Такой дизайн можно предложить, например, невесте, да, если у нее розовое платье какого-то оттенка. А, в принципе, даже если белое платье какого-то оттенка, оно тоже будет хорошо смотреться. Этот дизайн будет и с френчиком сочетаться, и еще с кучей разных вариантов. Опять же, поменять цвет витража на какой-нибудь голубой, желтенький, какой угодно, то есть вариантов здесь просто масса. Поэтому, девчоночки, не бойтесь, берите и повторяйте. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь, у меня все, до новых встреч, пока-пока!